Всем привет! Продолжаем гулять по моему городку, Петербургу. Доходный дом Фитингофа, Российское общество страхования «Жизнь». Мойка, набережная 100, Глинка 1, Крюкова канал 4. Архитекторы Андерсон, год постройки 1855-1856, стиль эклектика. Я пользуюсь сайтом City Walls. Доходный дом барона Фитингофа, Российское общество страхования капиталов и доходов «Жизнь», музейно-выставочный центр петербургских художников. Здание было построено в 1855-1861 годах по проекту петербургского архитектора шведского происхождения Карла Андерсона. Этот дом на набережной Мойки – одна из первых крупных работ этого зодчего. Дом был построен для Российского общества страхования капиталов и доходов «Жизнь». Страховое общество «Жизнь» было учреждено в 1835 году. Общество стало заниматься личным страхованием. Председатель общества Бикендорф, учредители Адлерберг, граф Строганов, граф Перовский, ну и другие. Существовал до 1918 года. Андерсон выполнил дом в стиле и архитектурных приемах итальянского ренессанса. Это выражается прежде всего в арочной форме окон, ярусной системе пилястр, лопаток, филенчатой структуре стен и так далее. В небольших круглых нишах установлены бюсты работы известного петербургского скульптора Йенсена. В второй половине 18 века на этом месте стоял каменный двухэтажный дом, в котором купец Поцелуев открыл кабак. Кабак стали называть «Поцелуев кабак», и вскоре за это название приросло к ближайшему мосту «Поцелуев мост». Вот так вот здесь написано, вот так неромантично. Петербургский зодчий Карл Карлович Андерсон родился в 1826 году в Стокгольме. Наши соседи. Среди его работ в Петербурге можно отметить дом Андерсона на углу Малой Конюшенной и Шведского переулка, церковь Святой Екатерины на Малой Конюшенной и так далее. Андерсон умер в 1888 году, был погребен на Волковском лютеранском кладбище, где до нашего времени сохранилась его могила и надгробие. В 2005 году на Малой Конюшенной улице был торжественно открыт музей выдающихся петербургских архитекторов шведского происхождения Андерсона и Лидваля. В этом доме жили в 1836-41 годах филолог Берков, в 1933-1940 годах архитектор Корзухин Федор Алексеевич, в 1920-х прима-балерина Мариинского театра Писивцева, отсюда она уехала во Францию, в 1860-й писатель Станюкович, в 1893-1898 гражданский инженер Фиалковский Антон Доминикович, здесь жил известный советский адвокат Яков Семенович Киселев. Ну вот так вкратце немножко о доме по адресу Мойка 100, Глинка 1 и Крюкова, набережная 4. Доходный дом Фитингофа, Российское общество страхования «Жизнь», стиль эклектика, архитекторы Андерсон. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Пользовался сайтом City Walls.